Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале «Домашний зоопарк» и наша ежедневная рубрика «Кот приглашает на завтрак воробья». Итак, кто вчера смотрел наше видео, вы видели, что мы для Рико распечатали, открыли банку такого паштета интересного. Стоит он в два раза дороже, чем тот корм, который Рико кушает. О, воробей наяривает. Но что у нас получилось? Получилось так, что Рико его фактически не ест. Не знаю, по какой причине. Рикуша, что случилось? Кс-кс-кс. Рико, что не кушаешь паштет? Смотрите, я ему и сегодня кусочек вот положил. Он до него даже не дотрагивается. Несмотря на то, что цена на паштет, как я уже вам говорил, в два раза выше, чем на эти кубики мясные. Но Рико почему-то его не кушает. Джек кушает. Гляньте, Джек проголодался. Так вот, к чему я веду, хочу сказать, что то, что дороже, оно не всегда лучше. Может быть, оно по качеству лучше, может быть, но для кота оказалось лучше то, что дешевле. Джек кушает. А вы знаете, Джек, он так уже привык каждое утро завтракать с Рико, что если я по какой-то причине немножечко оттягиваю время, Джек начинает носиться по клетке и кричать. Он просто, вот у него уже выработалось за это время, что он должен утром кушать с Рико. Рико, если он такой еще может потерпеть, молча посидеть, то Джек терпеть не будет. Джек крутится, орет по-своему, там клетка ходуном ходит. Пока не выпустишь его, видите, он съедает тоже такой кусочек. Ну как, пол кусочка, для него это много. И вот это тот паштет, который я рассказываю, что Рико его есть отказывается, его ест Джек. Дело в том, что понятно, что Джеку мы его не будем оставлять, мы этот паштет отнесем. У нас тут есть котики живут, как они, без дома, уличные. И Рико, видно, захотел подкормить своих братьев и не кушает. Ну что ж, на этом я буду с вами прощаться. Всем пока, до новых встреч. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте, что у нас есть канал «Домашний зоопарк» на YouTube. Там тоже довольно-таки интересно. Там видео, которых вы не увидите в Дзене. Кс-кс-кс, Рикуша. А это, видите, доедает с удовольствием. Ну ладно, всем пока и до новых встреч. И в конце, как всегда, Джек наелся и оседлал Рико. Рикуша, ну сейчас я еще... немножечко вам покажу эту картину. Уже без комментариев. Кс-кс-кс-кс. Рико. Седлает тебя, негодяй. Опять сейчас полетит. Ай-яй-яй-яй-яй. Джек наелся и мешает. Так, все, сейчас Джек тебя в клетку посажу. Че ты мальчику мешаешь кушать? Паштет не тронул.